У нас очень большое, глубокое, емкое, ответственное прошлое. У нас есть настоящая жизнь, есть, конечно, наши планы. И сегодня наши планы могут исполниться только благодаря тому, что вот те отважные воины, герои, которые защищали нашу родину, тогда большую родину, Советский Союз, от фашизма, они сумели это сделать. И только поэтому мы сегодня находимся здесь вместе, вспоминаем те тяжелые времена, те бои, которые были здесь, в Кингисеппе, здесь, в Нарве, в Ивангороде, где полегло тысячи и тысячи солдат. И в эти дни мы все дружно, уже несколько месяцев, привели в порядок все захоронения, все мемориалы, все памятники. Нам сегодня, нашему поколению, не стыдно перед нашими ветеранами, которые сегодня еще могут быть рядом с нами, и перед теми ветеранами, перед теми солдатами, офицерами, перед теми тружениками тыла, перед теми блокадниками, перед теми, кто был замучен в лагерях фашистов. Нам не стыдно сегодня то, что мы делаем для сегодняшнего современного мира, и так, как мы воспитываем своих детей в духе патриотизма, чтобы они дальше несли ту память, которая есть в сердцах наших ветеранов, живущих сегодня с нами, в наших сердцах. Поэтому к 70-летию Победы Кингисепп приготовился максимально как смог. У нас оказана максимальная финансовая помощь нашими всеми предприятиями, частными предпринимателями. Мы привели в город весь порядок. И 9 мая дружными рядами отметим 70-летие Победы. Сегодня мы крайне благодарны нашим друзьям из Нарвы, что они приехали сюда, своему земляку, герою России, Советского Союза. Они приехали сюда, чтобы почтить память многим павшим именно на этой земле за ту свободу, за то изгнание фашизма с нашей великой страны, Советского Союза. Там сотни тысяч людей погибли в войсках, которые оказали сотрудничество в изгнании фашизма. И советский воин именно достоин сегодня памяти, ту, которую мы ему оказываем. Я поздравляю всех с наступающим юбилеем, с наступающей юбилейной датой 70-летия изгнания фашизма с территории Советского Союза, бывшей Европы. И хочу всем пожелать, ветеранам, всем, кто присутствует сегодня на этом митинге, и всем, кто нас не слышит, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Добрый день, уважаемые кингисеппцы, ивангородцы, норвитяне. Надвигается великий праздник. Через 3 дня будем отмечать 70-летие Великой Победы. Но мероприятие, посвященное этой дате, конечно же, уже проходит и в ваших городах, и в Нарве. Много мероприятий запланировано, которые затрагивают и ветеранские организации, и общественные организации, и главное – молодежь. Это очень важно для того, чтобы молодежь правильно понимала и видела, какой подвиг совершили наши деды, отцы, и как нужно почитать и чтить то, что они сделали ради нас. Действительно, сейчас пытаются изменить и переписать историю, и то, что, может быть, это в меньшей степени касается России, а больше других стран, постсоветского пространства, европейских. И участие молодежи в таких мероприятиях, безусловно, это очень важно, с тем, чтобы уже молодежь правильно понимала, кто герой, кто выиграл войну, и благодаря кому над нами 70 лет мирное небо. Сегодня мы почти память имени правды Героя Советского Союза. Младший лейтенант не дожил до 21 года, погиб 20 лет в рукопашном бою. Отстреливался до последнего, был 4-жды ранен, отразил со своим взводом несколько атак немецких войск. И когда кончились патроны, даже его в пистолете отбивался рукояткой пистолета и погиб в рукопашном бою. Был присвоено звание Героя Советского Союза. Благодаря таким героям мы живем мирно 70 лет. И я очень рад тому, что сегодняшний вот преддверии этого праздника и сегодняшнее мероприятие мы в кругу друзей. В кругу моих друзей из города Ивангорода, из города Кингисеппа. И наша дружба связывает нас долгие годы, и мы всегда вместе и в минуты праздничных дней, и в дни вот такой вот дни скорби и памяти по погибшим, отдавшим свою жизнь в Великой Отечественной войне.
Сегодня нам еще предстоит работы по высаживанию цветов, по благоустройству на мемориальном захоронении эстонского стрелкового корпуса. Это наша давняя традиция. Каждый год перед 9 мая мы приезжаем, помогает нам НГИСЕП. Сегодня вместе с нами город Ивангород. Высаживаем цветы, отдаем дань памяти бойцам эстонского стрелкового корпуса, который также принимал участие в освобождении наших городов от немецких фашистских захватчиков. И 86-я бригада, 86-й бригаде эстонского стрелкового корпуса было присвоено звание Нарска. Дорогие друзья, в преддверии праздника я поздравляю вас с этой великой победой. Я поздравляю ветеранов наших городов, поздравляю всех кингисепцев, ивангородцев, дрейтян. Я желаю вам здоровья, желаю благополучия и мирного неба над головой. Дорогие друзья, очень приятно, что вот представители трех городов собрались здесь. Это действительно большой праздник, который нам предстоит отмечать через несколько дней. И не может быть так, чтобы вот граница разделила нас. Вот только что мы слышали, что мы сегодня будем высаживать традиции цветы на кладбище эстонского стрелкового корпуса. Чтобы эстоноземельцы, которые покоятся здесь, знали, что их любят и чтят на родине. Вот сейчас вы слышали, Александр рассказал немножко об Игоре Графе. Я только чуть-чуть добавлю несколько фактов, которые для молодых, наверное, очень важны. Игорь Графов из того поколения, о которых как-то метко было сказано одним из писателей Васильевым, что это те, у кого на завтра была война. Это те, кто закончили школу в 41-м году. 21 июня был выпускной, а 22 июня весь класс отправился в Николаев. И из класса большого, в котором училось 40 человек, с фронта вернулось всего 22. И когда собирались 22 февраля, в день гибели героя Советского Союза, то они всегда рассказывали о нем как о большом друге, о замечательном человеке. И обязательно вспоминали всех-всех своих и пришедших с фронта одноклассников. Все они, ленинградцы, петербуржцы, стали очень образованными людьми. Они говорили, что они учились со своих друзей. Они все хотели быть значимыми для своей Родины. Сам Игорь Графов мечтал быть киноинженером. Он блестяще играл в шахматы, он был чемпионом Ленинграда по шахматам. Он прекрасно играл в футбол. У них была такая история, что когда была большая перемена, а класс был на первом этаже, то они все, мальчишки, через окно высыпали на площадку перед школой и гоняли футбольный мяч. Потому что футбол – это был такой мужской любимый вид спорта. Они знали, что он поможет им стать сильными, что они все будут защитниками. Конечно, Игорь Графов не сразу попал на фронт. Он вначале закончил артиллерийское училище. Свой первый подвиг он совершил на Синявинских высотах. Тогда он был награжден орденом Красной Звезды. А потом уже под Нарвой, 22 февраля, когда накануне дня рождения Красной Армии, Иван Иванович Федюнинский, командующий 2-й ударной армией, очень хотел, чтобы город Нарва был освобожден. Его взвод 803-й закрепился на нашем берегу реки, там, где находилась Нарва, и пытались сделать все, чтобы вот остаться, закрепиться, чтобы славно встретить день рождения Красной Армии. Это праздник, который вы потом понесете в своих сердцах. Очень радостно, что вы здесь. И давайте сегодня мы с такой любовью посадим цветы у памятника эстонским погибшим эстонским героям, чтобы почувствовать, что вот в этих наших с вами цветах наша память – это символ нашей любви к славному празднику Дню Победы. Дорогие друзья, всех вас с наступающим праздником, всем здоровья, бодрости, светлой памяти, хорошего настроения. И пусть вот таких светлых дней будет как можно больше. Таких имен нет на могильных плитах. Их всех племен оставили сыны. Нас 20 миллионов не забытых, убитых, не вернувшихся с войны. Падучих звезд мерцает зов сигнальный, а ветки ив плакучих склонены.
бьет колокол над нами, поминаю, и гул печальный бьется смешно. В память о тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отечественной войны, и всех тех, кто ушел от нас, не дожив до этой даты, объявляется минута молчания.